нее. Так, ну чего, сейчас будем начинать. Так, как тут пишет, вот так, примерно. Ага. Всем привет, кто в эфире. Сейчас начнем, я вижу уже народ подтягивается. Всех вас очень рад видеть. Всем доброго утра, вкусного кофе. Желательно с эклерчиками. Но это кто может себе позволить, а кому-то и кашка овсяная. Вот, давайте поехали. Я поехал и поехали о теме, значит, эфира. Ну, во-первых, друзья, сразу в начале вопрос, и если напишите сейчас ответ, прям будет очень здорово. Как вы считаете, существует ли вообще, ну, такая система, как ножевой бой? То есть вообще это есть такое, ножевой бой, или нет? Или это просто вот у одного человека есть нож, у другого нет? Или у двух людей есть ножи, нет? И это, как говорится, что называется, поножовщина? Или это настоящий вид боевого, ну, искусства? Вот, есть ли он? И если да, то где вы считаете это есть? Я понимаю, что есть филиппинские какие-то школы, что-то там еще, где холодные, короткоклинковые, скажем так, оружие в части. Но вот у нас, в России как таковой, существует ножевой бой или нет? Потому что много противоречивых вопросов по этой теме. Вот. Хотя на самом деле, если честно сказать, то речь пойдет не о том, есть он или нет. Потому что у меня на эту тему свое мнение есть, очень простое. Ребят, ну обязательно пишите. Значит, смотрите, если один человек, значит, обладает какими-то приемами, значит, рукопашного, ну, драки, скажем так, и другой, ну, обладает или не, ну, обладает, и они сходятся в драке, то это можно назвать рукопашным боем или нет? Или это просто дракой можно назвать? Смотрите, если люди не владеют техникой кулачного боя какой-то, которой они серьезно занимаются, это будет действительно просто махач и тупая драка. Но если люди обладают приемами как атаки, так и защиты, то любое их взаимодействие в виде конфликта, ну, реального, это уже будет бой. То есть это уже, понимаете, приобретает структуру не какого-то хаотичного взаимодействия между собой, а реальной системной битвы, в которой люди применяют изученные техники. То есть, понимаете, если есть способы защиты от ножа с ножом или атаки ножом вооруженного противника, то, конечно, это система боя уже. То есть, по-другому это и назвать нельзя. Можно ли назвать ножевым боем, когда люди конфликтуют на улице между собой, я не знаю. Это из темы морали, наверное, и, значит, уголовного какого-то кодекса, как это называть, терминологии. Но то, что система боя с ножом существует, это точно. И значит, это, соответственно, ножевой бой. Школы есть древние ножевого боя, вот если это можно назвать так. Ну, не знаю, как по-другому, может быть, есть аналог какой-нибудь, но ножевой бой мне этот термин нравится. Вот, вот я говорю, филиппинские школы, то есть школы там, где люди ходят круглый год в легкой там одежде. Испанская школа, вот, аргентинская какая-то, вот эти, значит, направления, где люди ходили раньше с ножами. И где и сейчас иной раз тоже принято ходить с ножом, короткоклинковым, иногда не очень короткоклинковым оружием. И люди умеют этим оружием пользоваться.
Причем пользоваться не колбаску порезать, а реально и знают, как с помощью ножа зарезать человека, условно говоря. Потому что за этим они нож и носят. Я не говорю, если они носят его как элемент самки культуры, там, да, какой-то кортик или кинжал. Нет, люди носят его действительно как элемент, как оружие. Вот. А теперь вот давайте к такому перейдем. А у нас в России это допустимо? Ну да, у нас многонациональная страна, государство, вернее так. И поэтому какие-то элементы там одежды, как элемент национальной одежды, у нас, я так понимаю, по закону допускается ношение какого-то там, значит, оружия. Какого-то кинжала там, например, там, да? Вот. Опять же, можно с собой таскать, пожалуйста, хозяйственный нож. Без проблем. Он холодным оружием не является, к тому же сейчас уже пересмотрели массу законов, и вообще с собой таскать, получается, можно любое оружие, холодное практически. То есть ношение и хранение холодного оружия, получается, у нас сейчас вообще разрешено. Запрещен его быт. Вот это вот да. Опять же, пересмотрены очень серьезно концепции по поводу того, какой нож считать оружием самохолодным, а какой не считать. Ну, в общем, короче говоря, послабления по поводу ножей сейчас очень серьезные. Ну, а теперь по поводу того, из чего родилась эта тема. Родилась она вот из чего. Один человек написал мне такое, что нафига, говорит, изучать там бокс, ММА, карате там и все это прочее. Зачем? Зачем? Все равно сейчас все носят ножи. И человек, который владеет хорошо ножом, он однозначно безоружного зарежет. Это без всяких проблем абсолютно. И вообще лучше травматический пистолет даже и все такое прочее. Но он говорил больше за нож. О том, что нож это доступно, его надо с собой, его можешь с собой таскать и все такое прочее. Вот давайте так. Про травматическое, значит, оружие я поговорю в отдельном видео. Изложу свое мнение о том, что это такое, как его носить. Зачем оно нужно, нужно ли его применять, можно ли его применять, каковы последствия, это отдельная совершенно тема. А вот про нож говорим сегодня. Так вот, даже несмотря на то, что с собой можно таскать чуть ли не шашку и таскать в кармане нож любой, из-за ношения сейчас, по сути, по закону не привлекают, понимаете, самозащита ножом, если вы человека пораните, будет очищающим обстоятельством для вас. Потому что нож не является средством самозащиты. Не является. Понимаете, еще мало ли момент такой получился, если на вас напали какие-то бандиты дома, и вы схватили столовый нож, и, значит, противника, ну, и бандита повредили, условно говоря. И то, если вы его зарежете, скорее всего, вы сядете. Это в нашей стране, это почти 100%. Вот. Просто у вас смягчающие будут обстоятельства, что вы там защищались, типа, ну и все. Но что превышение самозащиты вам запаяют, это 100% практически. Даже если у этого бандита будет бейсбольная бита или того хуже еще тоже нож. Вот. А вот если вы с собой таскали нож, на вас напали на улице хулиганы, даже несколько человек, и вы, защищаясь, пустили этот нож в действие, и кого-то... порезали даже просто, то накажут именно вас. Почему? А потому что вы с собой носили оружие специально для того, чтобы резать этим оружием людей. Потому что нож не является допустимым средством самозащиты в Российской Федерации. Если вы скажете, что вы его таскали с целью обороны, это никак вас абсолютно не защитит. Потому что это средство недопустимо, как оружие самообороны. Вот и все. Носить его для этой цели нельзя. Вот и все. Вот. Если вы даже таскали с собой хозяйственный нож, будет масса вопросов, а зачем вы его носили. И могут даже, понимаете, вам вменить вину, что вы хозяйственный нож целенаправленно носили с собой, как средство самообороны. Для того, чтобы кого-то зарезать, если на вас даже нападут. Понимаете? Поэтому вот ножевой бой хорошо. Я понимаю, конечно, бывают такие ситуации, когда... лучше сесть в тюрьму, чем лечь в гроб. Это понятно. Разумеется. Но рассматривать изначально ситуацию таким образом, что рукопашный бой и защита голыми руками не нужна вообще, что я с самого начала буду заниматься только ножевым боем,
Понимаете, вас вовлекает в такую ситуацию, даже при минимальном каком-то конфликте, при котором не надо доставать оружие, приведет к тому, что вы вынуждены будете его достать и применять оружие там, где не надо. Вам разбили нос в уличном самоконфликте. Вы не умеете драться. Вы достали сразу нож и зарезали человека. Однозначно вам будет вменено превышение самообороны. Либо вам придется проглотить то, что вам разбили харю, потому что драться вы не умеете. Понимаете? Если вы достали нож самге попугать, вам могут вменить вину, если сам свидетелей полно, что вы покушались на убийство. Ну, то есть угрожали ножом, а может и покушались, если сделали какой-то выпад на человека или что-то еще. Понимаете? Нож – это уже все. То есть вы переводите разряд любого конфликта, когда вы достаете из кармана нож, в совершенно другую плоскость, в более серьезный конфликт. А ситуация имеет тенденцию всегда развиваться от плохого к худшему. Поэтому, говорю, если человек хорошо дерется и вас ударил, у вас остается лишь одно, если вы хотите защитить свою честь или даже хотите защитить себя от дальнейших самих побоев, у вас в кармане нож, вы обязательно его достанете. И вы обязательно сядете в тюрьму. Хотя ситуация была не такая, когда вы должны были человека зарезать. Потому что, может, он, понимаете, не всегда человек, который вас ударил, собирался вас убить или, ну, искалечить. А может, он вас унижает, дал вам пощечину, а вы не в состоянии дать ему пощечину, потому что он легко блокирует это все. Вы что, достанете нож? Нет. Понимаете, для разного рода конфликта существует разного рода противодействие. Кто-то сейчас мне сам скажет: но ведь вы же, Михаил Юрьевич, говорили, что драться нужно только тогда, когда нету другого варианта и когда вы готовы драться так, чтобы применять свои кулаки как оружие. А я и не отменяю этого для себя. Я рассказываю, ведь моя точка зрения работает в основном только для меня. Я же рассказываю вам свое мнение, а вы формируете уже свое на основании того, что я говорю. Я часто привожу противоречивые примеры для того, чтобы доказательства и разные точки зрения, чтобы вы, их оценив, выбрали какую-то стратегию для себя, потому что принимать ее во время конфликта будет уже поздно. Все рефлексии должны произойти задолго до этого. Но в любом случае, если вы не супермастер боевых искусств, то ваши кулаки, оружие намного менее серьезное, чем нож. И цена ошибки во время ножевого боя, она в разы выше. Если человек, предположим, допустил ошибку во время кулачного боя и пропустил удар по корпусу, он, может быть, даже и не кашлянет. Понимаете? Ну, больно-больно, синяк на пузе или на ребрах. Но если человек во время ножевого боя пропустил порез по запястью, его могут разрезать вену. И через несколько минут он, умрет. Хотя действие было не сильное, а просто достаточно быстрое и ловкое. Или наоборот, даже не ловкое, просто звезды встали так. Понимаете, случайно пропущенный удар, или даже специально пропущенный, или пропущенный, когда не хотели пропустить его, он менее травматичен, если это сделал не мастер боевых искусств. А вот нож, даже в руках не мастера, даже чайника, опасен точно так же, как и в руках самого мастера, если удар пропущен. Просто мастер ножевого боя с большей вероятностью успешности нанесет удар. Точно. Не мастер, может и промахнуться, и что-то еще. Но если и тот, и другой попали точно, да, ножом, то все. Сердце, например. Какая разница? Мастер ножевого боя в сердце проткнул или не мастер? Да не имеет значения никакого. Труп он сделает в любом случае и тот, и другой. А вот в рукопашном бое все не так. Там, если не мастер ударит, предположим, в сердце кого-то, ничего не случится. Мастер ударит, сердце может остановиться. Ну, реально, вот так. Понимаете, да? Вот. Ну, то, что я говорю сейчас вроде как бы не в пользу рукопашного боя против ножевого боя как искусства, но так и сам скажу, оружие всегда давало большее преимущество. Разумеется, оно всегда давало большее преимущество. Для этого оно и было создано. Если бы люди так же эффективно могли воевать с голыми руками, как с оружием, то, наверное, по оружию бы делать бы не стали, скорее всего. Так и обходились бы когтями, да зубами, да кулаками. Оружие
оно придает эффективности. Это более длинное расстояние, это поражение, это меньшая сила при большей самой скорости для того, чтобы поразить противника. Все понятно. И поэтому хороший мастер ножевого боя, равного мастера примерно рукопашного боя, в принципе, должен бы как бы выиграть, если хорошо сам знаком с теми же самыми приемами рукопашного боя. Иначе, если он не знает, как против него будет действовать мастер рукопашного боя, то мастер ножевого боя тоже может допустить оплошность, рассчитывая, что ему будет оказано противодействие такое же, как от другого мастера ножевого боя. Вот. И может пропустить какую-то технику, которую совершенно не готов. Например, какую-то нижнюю подсечку. Да, с последующим ударом каким-то, там опять же по ногам, куда он не так ловко или не привык сам парировать с ножом. Потому что на живом бое человек все-таки переключается больше на клинок. И как атаку, так и защиту он чаще всего производит с клинком. Конечно, если мастер ножевого боя владеет приемом рукопашного боя, он может и ногой там ударить, да, во время этого поединка. Или защититься сам ногой против удара ногой. Но опять же, видите, мы приходим к тому, что знание рукопашного боя необходимо даже мастеру ножевого боя. Вот. Ну так вот, я немножко по теме-то попрыгал, а теперь я хочу свести все в такое, в резюме, да? То есть первое. Ножевой бой как система, безусловно, существует. Если есть приемы как атаки, так и защиты ножом против ножа или с ножом против безоружного, условно говоря, или вооруженного другими какими-то предметами, то это уже система боя, да. Как существует бой на мечах, бой на копьях, так и существует бой на ножах. А бой на ножах – это ножевой бой, все. То есть, как система, такая система существует. Это вид боевого искусства, скажем так. Есть такой раздел. Второй момент. Ношение ножа разрешено, запрещен сбыт. Таскать можете, что хотите, сам с собой. Дальше. Применение ножа в качестве оружия самообороны – если вы с собой нож носите, является для вас отягчающим обстоятельством, потому что нож, как оружие самообороны, не разрешено в Российской Федерации. Вот. Оно не продается в самих магазинах, как оружие самозащиты. Как охотничье продается, как оружие самозащиты не продается. Электрошокер – оружие самозащиты. Газовый перцовый баллончик – оружие самозащиты. Травматический пистолет – оружие самозащиты. И даже даже гладкоствольное оружие может приобретаться в качестве оружия самозащиты. А вот нож, как оружие самозащиты, не приобретается, не трактуется. И поэтому любой нож, который вы в бою применили, даже как оружие самозащиты, будет вам отягчающим обстоятельством. Единственный момент, когда каким-то образом суд может рассмотреть, что вы применяли нож в качестве оружия самозащиты, если он вам под руку подвернулся совершенно во время самозащиты, случайно. То есть на вас напали с ножом, вы этот нож отобрали у противников, нападающих на вас, и применили его против них. Второй момент, к вам ворвались в дом, гоняли по дому и там избивали, условно говоря, вы, защищаясь, схватили хозяйственный нож и нанесли там порезы или там уколы, там удары ножом с бандитом. Может. Хотя и в том, и в другом случае, который я сам привел, там и примеры, скорее всего, вы все равно в тюрьму сядете. В нашей стране. Вот. Это такой еще момент. Вот. Ну, это вот если короткое сам резюме в этом плане. А в плане того, насколько эффективно противодействие вооруженного человека ножом против человека безоружного, конечно, что бы ни говорили, но, как я сказал, оружие было создано для того, чтобы быть более эффективным, чем без оружия. Иначе бы оружие бы и не изобретали. То есть человек вооруженный, безусловно, при определенном уровне мастерства, эффективнее, чем человек безоружный. Другой вопрос в том, что оружие вы, опять же, не всегда с собой носите, не всегда можете его применить, и не всегда можете применить его без последствий. Взвешивая все эти факторы, нужно понимать, что нож ни в коей мере не заменяет вам умение драться голыми руками. Любой мастер боевых искусств должен, я считаю, который действительно
претендует на универсализм, владеть обязательно рукопашным боем, даже если это для него тема не профильная. Например, он занимается кабуджицу или кабудо, но владеть рукопашным боем он обязан хотя бы для того, чтобы не проиграть человеку без оружия, чтобы хотя бы представлять те приемы, которые человек без оружия может применить. И для того, чтобы для него было неожиданностью те техники, к которым он не готов. Вот это вот очень важно. Ну и, в общем-то, на этом я и заканчиваю. И вот и хочу сказать, носите с собой нож, если хотите. Потому что нож у мужчины, наверное, должен быть для самых разных целей. Где-то надо веревку там отрезать, где-то еще что-то. У меня в машине есть нож. В любой там поход, в любой какой-то... куда бы я ни ехал, куда бы я ни шел, я стараюсь взять с собой нож, либо швейцарский, либо наоборот даже побольше какой-то нож, вот, который в кобуре, в ножнах вернее, вот, потому что эта штука нужная. И, конечно, если вдруг будет такая ситуация, когда от этого будет зависеть жизнь моя и моей семьи, то, несмотря на то, что можно в тюрьму сесть, это будет отягчающим обстоятельством, то, наверное, ну, придется как-то, наверное, применять его. Хотя для этой цели есть другие СМГ-средства, такие как травматический пистолет, например, что-то еще. Но тем не менее. Но я вам объяснил сам ситуацию, что, скорее всего, расчет на то, что можно заниматься только ножевым боем, и вот это как раз все компенсирует. Можно не заниматься рукопашкой, не заниматься ничем другим, ножевой бой, все это нормально. Вот. Это ошибочное мнение, ошибочное. Я просто повторюсь еще раз, почему? Потому что умение владеть ножом и неумение овладеть своими кулаками и ногами приведет неминуемо к тому, что даже в минимальном конфликте, в котором вам дали даже пощечину по лицу, для того, чтобы сохранить свое лицо, вы обязаны будете применить, как говорится, нож. Понимаете? Потому что вернуть пощечину противнику вы не сможете, он будет защищаться, блокировать, вы не знаете. А вы не владеете рукопашным боем. Вам, соответственно, чтобы достойно выйти из ситуации, придется приступить закон с гораздо более тяжкими последствиями. Вот так вот, друзья. Поэтому нож для вас больше несет опасности, чем его отсутствие зачастую. Вот так вот. Ну что ж, на эту тему я закончил. В течение минуты я, ну, даже, может, больше готов выслушать какие-то ваши мнения. Вот. А пока вы там пишете, там, да, читаете. Да, кто только в эфир сам зашел, прослушайте с самого начала. Я думаю, будет интересно. Вот. Я хочу рассказать, где это все можно посмотреть потом и как. В общем, все мои вот эфиры такие вот, которые записаны ВКонтакте, на Фейсбуке и так далее, они потом, как правило, выкладываются на моем лайв-канале на Ютубе. То есть их можно посмотреть там. Это лайв-ченнел Михаил Шилов. То есть можете так прямо в поисковике или на Ютубе набрать Михаил Шилов лайв-канал. Все, вы там все это дело найдете. Да? Или лайв-ченнел, да? Все это найдете. Вот. Также это, если тема связана с боевыми искусствами, то, скорее всего, это появится у меня на Буду-блоге тоже. А также это все обязательно кросс-постится по социальным сетям в сообщество «Боевые искусства», которые есть, в общем-то, практически... Ну, не практически, оно есть во всех социальных сетях. Вот. И в моих аккаунтах, это, безусловно, в социальных сетях тоже во всех. И ВКонтакте, на Фейсбуке, в Одноклассниках, в моем мире на Mail.ru. То есть, в принципе, подписывайтесь. Не промахнетесь, вот, найдете это все дело. Там, кстати, масса и другой информации, а также масса видео не с лайв-канала, а с моего там основного канала, а также кросс-посты моих различных статей, вот, и материалов. Так что обязательно подписывайтесь, а на Ютубе обязательно еще и нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о моих новых видео. Я постараюсь с вами общаться часто. У меня не только такие видео, которые идут в прямой трансляции, вот так как сейчас из машины. У меня и огромное количество видео записанных в моих туристических каких-то поездках, на улице, лекции, мастер-классы, семинары, как короткие, так и длинные.
Вот, различные ответы на вопросы по поводу работы на снарядах, макеваре, по поводу набивки рук, укрепления конечностей и постановки удара, по теме спортивной медицины, вот, по поводу коррекции фигуры, правильного питания. Ну, то есть в том, чем я занимаюсь и что мне в этой жизни интересно. И в чем я достиг результатов определенных. Так что вот так, друзья. Ну что ж, до встречи. Всем пока.